Перед просмотром данного ролика сравните количество видосов Кула и Винди по одному тизеру на сайте Скотта. Я не несу ответственность за последствия. Впрочем, это никого не остановит. Кул. Кул редко выпускает видео. Вышел тизер с Фокси, но Кул не выпустил по нему видос. Кул не выпускает видео уже 3 недели. Причиной этому являются не экзамены. Почему? Потому что Винди и Кул сдали их в одно и то же время. К тому же сейчас лето. Но после экзаменов Винди выпустил несколько видосов по тизеру с Фокси. Но почему Кул не выпустил видос? Вам не кажется это странным? В слове Кул есть буква К. Как и в слове кошмарный Фокси, а у кошмарного Фокси длинный язык, что еще у него длинное? Правильно, крюк. Для чего нужен крюк? Правильно, благодаря крюку мы можем зацепить что-нибудь. Что-нибудь. Что это может быть? Вы правы, как никогда, это может быть вещь, с помощью которой Кул выпускает ролики. Кул делает ролики на компьютере, а заливает их на туб через интернет, а интернет работает благодаря роутеру. Это может быть компьютер или роутер, но компьютер слишком тяжелый, значит это роутер. Но кому понадобился роутер Кула? Это же очевидно. Роутер зацепили крюком, а у кого есть крюк? Правильно, у Фокси, но Фокси не сосед Кула, значит кто-то переоделся в костюм Фокси и украл роутер Кула. Зачем ему роутер Кула? Правильно. Чтобы подключить Windows 7, а кто создал Windows 7? Правильно. Фрост. То есть, это значит, что Фрост переоделся в костюм кошмарного Фокси, взял крюк, зацепил роутер Кула и украл его, а Кул побежал за Фростом искать этот роутер. Вывод. Кул сейчас ищет свой потерянный роутер, чтобы пользоваться интернетом, а без интернета он не сможет заливать видосы на канал.